Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу показать вам один очень быстрый и очень легкий фокус. Но прежде чем мы начнем, я хочу посоветовать вам подписаться на канал Hobby Mans. На этом канале вы найдете обучение фокусам с картами, вы найдете тасовки, флориши, сопутствующие карточные приемы. Для начинающих будут даны азы карточного мастерства с обучением базовых движений. Также вы узнаете интересные факты о мире карточной колоды, ну а самые азартные смогут испытать себя в конкурсах и побороться за какой-нибудь приз. Итак, друзья, канал Hobby Man, ссылка в описании. Ну что же, друзья, давайте мы приступим к нашему фокусу. Для начала колоду, как обычно, немножечко потасуем. И теперь мы потасуем самым надежным способом, а именно детским. Студенческие способы тасования – это самые надежные способы. Итак, потасовали мы первый раз. Теперь давайте подснимем. Как видите, карта у нас перетасована. Повторим процедуру. Итак. Процедура наша завершилась во второй раз. Снова мы соберем наши карты. Снова мы подснимем. Раз. Два. Ну, можно третий раз еще подснять. Как видим, карты наши в полном хаосе. Ну что же, давайте раздачи в покер, например, тасовать еще и таким способом. Итак, перетасовали нашу колоду мы в третий раз. В третий раз перетасовали. Также мы подснимем. Снова подснимем. Можно даже подснять побольше, чтобы все у нас было путем. Чтобы все у нас было по-честному. Теперь давайте сделаем вот такой вот расклад. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. После этого расклада у меня появляется первый туз. Опять 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. После этого расклада появляется второй туз. Снова 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Появляется туз третий. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И появляется, естественно, четвертый туз. Ну, а здесь у меня появились 4 короля. Здесь у меня появились 4 дамы. Здесь у меня появились 4 валета. Здесь, само собой, разумеется, наши десяточки притаились. За ними идут девятки. Их непоследователи восьмерки. Ну, конечно же, красавицы семерки. Куда же без шестерок, без пятерок, без четверок, без троек. Ну и, конечно же, замыкают, само собой, разумеется, наши двоечки. Вот такой вот быстрый трюк, друзья. Теперь давайте смотреть, как его делать.